Навигационно выставленный режим обычный. Не off-road, ничего, normal. Он же комфорт. Причем забавно, что он на главном дисплее называется комфорт, на приборке он называется normal. Как хотите, так и называйте вообще. Так. И просто едем в комфорте вот по снегу. Он, конечно, весенний, он как бетон твердый. Допустим, это было хорошо, легко. Хорошо, просто сейчас элементарно все это усложним, и со снегом мы еще будем выезжать направо диагоналкой с этой дорожки на поле. Трогается с места довольно успешно за счет имитации подбуксовывающие колеса, он притормаживает. И теперь мы попробуем заехать вот сюда. Не, ну это нерешаемая задача, да. Я согласен. Назад пол. Да, это невозможно абсолютная история. А, давай попробуем включить режим уже в снегу. Режим снег. Отличная история. Даже назад, чтобы здесь тронулся, уже работают все имитации. Ну да, вот выбор режимов я, к сожалению, не очень понимаю, на что влияет, потому что. По ощущениям, мы ни на что не влияем. Но что-то было. Что-то было, что-то можно. Конечно, чуть страшновато все это делать на низких свесах, но получается. В общем, нам